такого снегопада за все свои 9 жизней не видел. Придется расчищать. Расчистим. Интересно, что мне родители на Новый год подарят? Вот в прошлом году была книга «Лабиринт Минотавра». Интересная или полезная? Интересная. Там в лабиринте чудище жило с головой быка. А, ну это бесполезное какое-то чудище. Ест много, а молока не дает. Что ты говоришь, совсем ополоумел? Проходу не дает. А я давно тебе говорил, Шарик. Зря ты шампунем с луговыми травами моешься. И что же мне делать? Грязным ходить, по-твоему? Лопату бери. Гаврюшу лопатой? Ты балбес! Ну, при чем тут Гаврюша? Снег расчищать пойдем. А давайте мы из снега лабиринт Минотавра построим, как в книжке. Ура! А кто такой этот Минотавр? И зачем мы сюда вернулись? Сидели бы сейчас в Простоквашино, кучу нервов бы сберегли. Дорогая, просто кто-то вместо костюма Деда Мороза взял с собой в Простоквашино пакет с мусором. Ты мне будешь каждую минуту об этом напоминать? Ну как, нормально? Странно. Из-под бороды Деда Мороза выглядывает борода моего мужа. Может быть, ты ее слегка совсем сбреешь? Вот еще. Ладно, добавим еще ваты. Мама! С наступающим, мои дорогие! Вас там, наверное, снегом замело? Нет, мы из снега лабиринт построили. Вот. Как же папа теперь мешок с подарками найдет? Он его во дворе спрятал. Не переживай, мам, найдем. Шарик схему лабиринта нарисовал. До темноты нужно мешок найти. Шарик, давай схему. Схему? Так я ее, съел. Ну, ты, Шарик, даешь. Так это чтоб интересней было. А то что это за лабиринт, если сразу знаешь, где выход? Эх, Шарик, чудище ты с головой собаки. Вот заблудимся из-за тебя и без подарков останемся. Не ссорьтесь. Мы у входа нитку привяжем и по ней обратно выйдем. Как в книжке про Минотавра. Ой, опять тупик. Ничего, еще пару ходов проверить осталось. Давайте, веселей. Это хорошо, что еще мы не в египетских пирамидах бродим. Это почему? А в тех лабиринтах еще и мумии попадались. Вперед! Токи-токи, можно? Можно, если недолго. Да я, собственно, вас поздравить заглянул. А что? Дядя Федор со своей фауной отсутствует? Их присутствие вот-вот возобновится. Ой. Ну, тогда, чтобы времени не терять. О. Ваши игрушки, Игорь Иванович, опасны для моего здоровья, а значит и для вашего. Смотрите, никакая это не мумия, а почтальон наш, Печкин. Спасибочки. Только это не мой мешок. В моем письма были посылочки. А тут ерунда какая-то. Ух ты, папин мешок. Ура! Подарки нашли. Да, ура-то, ну, конечно, ура. Только как теперь мы обратно дорогу найдем? Минотавр! Гаврюша, Минотаврик ты мой. Пойдемте скорее домой. Там наши мама и папа едут. Я всегда говорил, что Простоквашино – это волшебное место. И я хочу, чтобы это волшебство никогда не заканчивалось. С Новым годом, друзья! С Новым годом, Простоквашино! С Новым годом! В небе синим кружится снежок.
Покажи на хоровод. А это значит Новый год. И это знает даже кот. Если загадать желание со снежинкою в руке, желание окажется в подарочном мешке. Я загадаю торт. А я большую ложку. Я съем большой кусок. А он большую крошку. А то, что я у Дедушки Мороза попрошу, расскажу, как только этот список допишу. Что у дедушки в мешке? Знает только мама. Что у дедушки в мешке? Что там? Маргарита Егоровна, разрешите? Гвозди в этом доме имеются? Скажете тоже, нету у меня гвоздей. В косметичку не влезают. Ясно, ай момент. Тогда уж и соли захватите с пряниками. Как можно отказать такой шикарной женщине? Ну, раз нельзя отказать, тогда еще картошки, тостер, хлеб, сыр с плесенью, масло и новый плед. Это мы с легкостью. Ах, с легкостью, говорите. Принесите мне тогда цветочек аленький. Ожидайте. Да, Маргарита Егоровна, умеете вы из усатых мужчин веревки вить. А что? У женщины с изюминкой желания непростые. А! Изюм забыла попросить. Ладно, накрывайте на стол, а я перед ужином морозцем подышу. Игорь Иванович, забыли, что купить надо? Идемте, я вам пивных дрожжей отсыплю. Память улучшают. Нет, Маргарита Егоровна, вот, доставил все в лучшем виде. Вы, дядя Печкин, метеор. Прям почтальон вихрь. Ухо, тостер и пряники. Откуда? Да я тут подрядился в доставке поработать. Сервис высшей категории, а вы куда не устраиваюсь? И сам тоже заказываю. А цветочек аленький вашему хваленому сервису все-таки не по зубам оказался, да? Обижаете? Ой! Маргарита Егоровна, закажите скорее в Сбермаркете огнетушитель. У меня внутри, кажись, пожар. Матроскин, я так в дверь не пройду. Да, можешь не пройти. Ну-ка, присядь. А вот так пройдешь, даже еще одна баночка влезет. Мне срочно нужна бас-гитара. Читай. Бродячие термиты превратили в опилки африканскую деревню. Как деревню? А коровы не пострадали? Да термиты древесиной питаются. Выше читай. А в школе номер 9 пройдет музыкальный конкурс. И что? А то, что там девочка Оля будет. Матроскин, ты за сколько меня научишь играть на гитаре? Ну, рублей за... Ай! Через месяц сыграешь пару песен, дядя Федор. Месяц? Мне через неделю надо. Тем девочкам нравятся барабанщики. Ой, какое-то у меня нехорошее предчувствие образовалось. Yes!
Итак, на повестке дня один вопрос. Как прекратить эту какофонию? Мы все любим дядю Федора, но пора решить, либо мы, либо девочка Оля. Меня впервые на собрание позвали. Надо подумать. Ну, я за нас голосую. Правильное решение, товарищ Шарик. Ну и как мы прекратим эту какофонию? Есть у меня одна идея. Дядя Федор, помоги фото повесить. Да не убегут твои барабаны. Левый угол повыше. Так, 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 теперь правый. А где мои палочки? Это бродячие термиты. Они и сюда добрались. Да, один такой в кепке, а другой такой толстый. Так, что происходит? Дядя Федор, мы просто немного устали от твоих барабанов. Ты уж 3 дня без остановки барабанишь. Надеюсь, в лесу я вам мешать не буду. Ты что, Шарик, не знаешь, как термиты выглядят? Запаниковал я. Врать не умею. Зря мы тебя послушали. Теперь вот дядя Федор в лесу пропал. Ох, а в лесу мою музыку оценили. Во, видите, сколько всего надарили? Сейчас отдохну немного и опять играть пойду. Здорово, бобер! Ты куда это собрался? В Бобруйск к родственникам еду. Дядя Федор ваш в лесу такой тарарам устроил, что звери едой вон скидываются, чтобы он хоть ненадолго замолчал. Ну, это... Я пойду. Электричка у меня. Да. Да. Дядя Федор, ну, сыграй что-нибудь, а? Не буду. Не вышло из меня музыканта. А мы так не считаем? Ну, пожалуйста, а? Друг — это тот, кто отдает жизни косточку другу. Друг — это кот, друг — это кот. С другом спорить не буду. Друг — это ты, друг — это я. Я, еще я и корова моя. Не забывай, у тебя есть друзья. Никогда не забуду. Друг вас всегда будет любить, несмотря на фиг вам и ближе друзей. Кто может быть? Только папы и мамы. Там, где друзья, будет успех. И молоко, и сметана для всех. Там, где друзья, будут песни и смех. Где друзья? Ой-ой.
молоко. Может, это родители колбасу прислали? Неизвестные коробки хуже Печкина. Откуда она здесь взялась? Да просто на крыльце лежала. Не будем ее открывать. Может, это межгалактическая посылка с приветом от внеземной цивилизации? Ты у нас шарик с межгалактическим приветом. Закройте это северное сияние обратно. Ну вот, спугнул. Вас приветствует голосовой помощник Анфиса. Моя миссия – отвечать на вопросы. Все, что мне нужно, это немного электричества и внимания. А вопросов к вам у нас нет, а электричества нам и самим мало. Здорово! У меня как раз вот столько вот вопросов было к вам. Спросите меня о чем-нибудь. Да чего с такой спросишь? Ни усов, ни хвоста. Анфиса, как дела? Поищу в интернете остроумный ответ. Лучше всех, но никто не завидует. Полезный помощник. Блесна не будет тускнеть, если натереть ее сырой картошкой. Скорость света 300 тысяч километров в секунду. Провязываем сначала вторую петлю изнаночной, затем первую и снимаем со спицы. Сейчас позавтракаем и за грибами пойдем. Ложка за папу, ложка за маму. За дядю, за деверя, за Шурина. Для того, чтобы избежать риска заболеваний, молоко нужно пить пастеризованным. Анфиса, а где в Простоквашино растут грибы, а? Известно где. На северном склоне у березовой рощи. Матроскин, ты с нами? Я бы пошел. Да у меня тут коровы, хозяйство. Помогайте комарам, а мы без говорилок справимся. Здесь нет электричества, зато воздух свежий. Почему вы так ко мне жестоки? Не знаю. Я же не голосовой помощник. А где Анфиса? И ее обратно унесли. Кто унес? А кто принес, тот и унес. Так мы ж не знаем, кто принес. Вот и кто унес, мы не знаем. Друг – это тот, кто отдает жизнь и косточку другу. Ой, да и не расстраивайся ты так, Шарик. Ну, мало ли помощников голосовых. Что ты узнать-то у них хочешь? Ну, спроси у меня. Да я узнать хочу. Куда она делась? Подождите, поищу в интернете. Результат не найден. А вдруг ее разобрали? И лежит она, родная, сейчас на каком-то складе никому не нужных Анфис. Да кто ее разберет в лесу-то? Анфисочка, как тебе помочь-то, а? Матроскин, да чего ж ты живое электронное существо-то довел? Ничего, иногда и помощникам помощь нужна. Я просто хотела побыть частью семьи. Тоже я не понимаю, как помощник может быть без рук. Все тебе, Матроскин, практическая выгода нужна. А мне вот иногда поговорить хочется. Лучше тебе иногда помолчать хотелось. Анфиса, покажи нам кино для всей семьи. Нет, ничего проще. В моей базе 10 тысяч фильмов для всей семьи. А также видеоуроки по вязанию и сборник кулинарных рецептов. Ого! Вот тебе и говорилка! Что взять, что взять. От интересного собеседника всегда есть что взять, между прочим.
нашлась утерянная доставка. Ваша Анфиса из будущего каталога. Предпродажа пока за большие деньги. Таких у вас все равно нет. Прощайте, друзья. Для Анфисы мне ничего не жалко. Даже твоей зарплаты, Шарик. Матрусик, ты зачем пятно-то оттираешь? Оно ж никому не мешает. Это на леопарде пятна красиво, а на полу антисанитария. Анти что? Безобразие бесформенное. Не понимаю. Тебе и не понять, поэтому слушай команды. Выноси из дома все лишнее, будем генеральную уборку делать. Команды, Матроскин, в цирке хороши, а дома важнее согласие. Я бы отказался, но что поделать, чистоту я люблю. Вот жить без нее я не могу. И прям-таки обожаю. Любишь чистоту? Тащи старый холодильник в коровник. Эх. Что это вы ценным оборудованием разбрасываетесь? А мы и не разбрасываемся. Все лишнее из избы выносим. Так Матроскин приказал. Старый холодильник, говорит, со старым коровником лучше смотрится. Наводим порядок. Поможете, дядя Печка? Не-не-не, почта по субботам только до 3 работает. Вот и хорошо. Вот и никаких пятен. Эх, в чистом доме и спится по-другому. Конечно, по-другому. У меня вот от ваших генеральских этих уборок бока так гудят. Спать больно. Это не боль, Шарик. Это приятная усталость. Что это такое? Кто это сделал? Зачем стараться наводить порядок, я понимаю. Но зачем стараться беспорядок наводить, мне уж не понять. Если никто из нас этого не делал, значит, пока мы спали, в дом зашел посторонний, принес из коровника холодильник, нарисовал пятно и раскидал во дворе дрова. Это ж сколько надо зарабатывать, чтобы каждый день по холодильнику выбрасывать? Это старый холодильник. Так и вчера был старый. А это старый-старый холодильник. Непостижимо. Так, этому художнику и замки не помеха. Он даже собак не боится. Надо ставить камеры видеонаблюдения. Дядь Федор, давай не будем дрова пока складывать. Их же все равно кто-нибудь разбросает. Как же наш ночной гость беспорядок устроит, если мы перед этим порядок не наведем? Давай посреди двора поленья сложим и вредителя разглядим. Ой. Так, мне нужно просто принять свою судьбу. Каждое утро я пью молоко, что поделать, буду еще и пятно оттирать каждое утро. Погоди ты, Матроскин, сейчас узнаем, кто стоит за всем этим безобразием. Очень интересно, я б ему трепку задал. Thank you.
Так это я? Я ведь даже сладкого не ел. И что мне теперь? Самому себе трепку задавать, что ли? Я одного не пойму. Ну, не проще ли днем на солнце выйти? Погоди ты, Матроскин, шарик больше тебя переживает. Похоже, он просто лунатик. Не переживай, многие известные люди лунатиками были. Певец Элвис Пресли, например. Так это ж когда был, Пресли? Это мы холодильник никогда и не выкинем, Пресли. И пол никогда не отмоем. Мы твою особенность на пользу общего дела определим. Что это такое? Что это сделал? И плюс, и плюс, и того два плюса. Что у тебя за бухгалтерия такая? Одни плюсы. Очень даже прибыльная. Добрый день, дядя Печкин. Эй, вы что, следите за мной? Да это вы в чужие дома подглядываете. Никуда я не подглядываю, где я подглядываю? Я вообще, может быть, о вашей безопасности беспокоюсь. Проверяю, так сказать, все ли у вас тут нормально? У нас все хорошо, спасибо. Очень хорошо, что у вас все хорошо. Хорошо, оно и для всех хорошо. Хорошего дня. И что это с ним? О, по симптомам на тепловой удар похоже. Тьфу ты, все заново. Вообще! Я вас поздравляю! Я заболела! Будьте здоровы! Буду! До сначала лечения! И правильно это летом окна закрывать. Окна для того и нужны, чтобы летом их держать нараспашку. Никаких нараспашку! Это для вас, котов, простуды, шутки. А у нас, знаете ли, 9 жизней. Плотнее закрывайте. Кстати, я считаю, трудоспособность потеряла. Шарик, посмотри-ка в интернете, что мне там по социальному страхованию положено. Эх, дело ваше, смотрите. А я пошел, у меня, знаете ли, работа. Ни в коем случае. Во-первых, заразу разносить нельзя. А во-вторых, запустишь сквозняк. А мне сквозняк противопоказан. Голос потеряю. И как я без голоса буду в Доме культуры петь? Ну, поют же некоторые. Матроскин, не ворчи. Достань лучше варенье. А зачем вы печку топите? Лето ведь, жарко. Надо держать голову в тепле. Болезнь, Феденька, она как елка. И зимой, и летом одинаковая. Да, Шарик, говорил я тебе, иди в баню, но не думал, что мы там оба окажемся. Фух. Так, если простуда, значит, должна быть температура. Должна быть. Нужно ее померить. Странно. 36,6. Прям как у нас в доме. Ну вот, значит, это не простуда. Ура! Все здоровы! Открываем окна, запускаем сквозняки! Может, это тропическая лихорадка? Тут вот написано. А болтус ты, Шарик, где ты у нас простокваши на тропике нашел? Так в Доме культуры пальма стоит в горшке. Ну или аллергия на что-нибудь. Вот, тут же все симптомы совпадают. Все ясно. Это явно аллергия на шерсть животных. Вообще! Ой-ой!
Так аллергия может быть и не на шерсть. Определенно на шерсть. Есть у меня аллергия на ромашки, но ромашек я тут не наблюдаю. А шерсти полный дом. Значит, теперь у нас два варианта. Либо вы уходите жить на улицу, либо... Вот еще, не буду я шерсть состригать. Я, между прочим, в ней живу. Она, так сказать, моя собственность. А на собственность покушаться у нас законом запрещено. Тогда в одной комнате нам находиться нельзя. И, пожалуйста, я лучше в коровнике спать буду, чем без шерсти. Тоже в коровник? Нет. Да нет. В коровнике интернета нету. И перспектив никаких. Ладно уж, стригите. Отрастет. Вы извините, я пирожок у вас взял. Больно он вкусно лежал. Маргарита Егоровна, вы мой небольшой утренний сюрприз нашли? Какой сюрприз? Вот, утром нарвал. С дальнего поля ромашки. Да это же... У Маргариты Егоровны на ромашке аллергия. А у вас, видимо, на рыбу. Да? А как вы поняли? Да вы весь красный, а эти пирожки с рыбой. А я-то думаю, чего у меня язык напухает? О таких вещах предупреждать надо. А предупреждать его нужно. Вообще, в таком случае предупреждаю. Ромашки свои, вообще, надолго запомните. Ну вот, я же говорю, не на шерсть. На такую шерсть, как у меня, аллергии не бывает. Вот тебе, ну-ка, самой ромашки, вот тебе. Вообще! Ромашки, это от романтических чувств. Вообще! Ладно, отрастет. Матроскин, вот ты такой серьезный фермер, а бижутерию свою в бумажной коробке хранишь. Не бижутерию, а бухгалтерию, балда ты деревенская. Если я сейф куплю, мне в нем уже нечего хранить будет. Знаешь, сколько он стоит? О, это что? Медаль за скупердяйство? А ну отдай! Это мой первый заработанный рубль. Моя прелесть. У меня как-то раз перед выступлением концертное платье пропало. Да, я ведь раньше пела. И знаете, кто это сделал? Конкурентки. Слышь, Матроскин, а у твоего рубля какие-нибудь особые приметы были? Особенный, ну такой круглый, с цифрой один. Ясно. Он был счастливым, но без него моей ферме быстро конец настанет. Да ладно, Матроскин, не преувеличивай. Ну вот, началось. Yeah.
Танцуй, Матроскин, мы ее нашли. Кого ее? Ну, это твою, как ее? Прелесть. Точно, как ты и говорил, круглый, с цифрой один. Нашелся. Мой счастливый рубль нашелся. Живут же люди. Сейфы в деревне первым классом получают. Так вы до горячей воды докатитесь. Самой последней модели. Теперь мой рублик точно в безопасности будет. Варюга! Помогите! Меня кот ударил сейфом! То есть сейф ударил током! Немедленно освободите меня! Погодите! Пусть подозреваемая объяснит, что она делала возле моего сейфа! Подозреваемая? Фу, то есть я хотела попить воды! Воды? Ха-ха-ха! Так я и поверил! Понимаю, молока захотелось или там компоту. Если вы сейчас же не снимете с меня эту сетку, я сообщу обо всем родителям Феденьки, и тогда... Стойте! А цветочек ей зачем? Может, она в нем отмычки прячет? Ну, сейчас я проверю. Матроскин, мы должны тебе кое-что сказать. В сейфе не твой счастливый рубль. Как это не мой? Как домой? Я его сразу узнал. Мы тебе обычный рубль из копилки дяди Федора дали, чтоб ты не расстраивался. Жалко нам тебя. А где же тогда мой? Он же мне удачу приносит. Но раз ферма и с этим рублем ожила, значит, дело не в монете, а в тебе. Значит, ты сам себе удачу приносишь. А ведь верно. Я сам себе приношу удачу! А куда это мой слон делся? Вот здесь слон стоял. Это Голчонок. А ну верни фигуру, птица. Мой счастливый рублик! А может, этот? Может, и этот. Или этот? Да не важно, не в рублях счастье. Главное, мои коровки меня и так любят.